Всем привет, дорогие друзья, с вами Спаук, и мы продолжаем с вами играть в игру Муч. Но продолжаем мы с вами играть не просто в нее, а в 2016 году. Всех с наступившим Новым годом, пацаны. Ну и начинаем мы, естественно, с того, что я сдох. Я уже совсем забыл, что некоторые части пола, видите, которые такими серенькими окантовочками, это значит, что тут находится... вот такие вот циркулярные пилы, одну из которых мы видим с вами, даже две, чуть-чуть впереди, вот, сейчас она откроется, видите? Значит, тут есть какие-то лазеры появляются, но ничего страшного, мы с вами это говно сейчас пройдем. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Я прям неожиданно сдох. Вот, мы с вами должны это пройти, мы с вами должны пройти игрушку, она должна быть не очень большая, надеюсь. Так. Отлично. Отлично. Да сука! Если так пойдет, мы с вами, конечно, быстро эту игру не пройдем. Но хотелось бы все-таки ее пройти побыстрее. Да пипец. Как я так успел? Все, тихо-тихо-тихо. Успел. Отлично. Успел. Ух. Так, естественно, у нас уже карта непростая, такая золотая, да? Ну, я имею в виду, что она уже довольно сложная становится, не просто коридорного типа. И нам с вами нужно все это говно сейчас будет понасобрать. Причем здесь, смотрите, лазер не погасает, то есть нам явно идти сюда. О, отличненько, отличненько. Много светящихся шариков нам не повредит. Блин, а как нам это пройти, господи? Так, ладно, я понял. Пошли. Пошли, пошли, пошли. Фу-у-у-у. Блин, тут тоже что-то трудное. Пипец. Прошли, прошли! Прошли. Подожди, подожди, не бей меня, монстрила сраная. Так, 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 так. Так, нам нужно просто сейчас это будет пройти. Так, свали, пожалуйста. Фух, прошли, прошли, прошли. Прошли мы эту комнату. И эту мы должны с вами быстренько пройти, потому что... Все! Все. Ух, слава богу, мы прошли эту комнату, потому что я бы не выдержал просто ее проходить. По 100 раз! Пипец, блин, и как вот как пройти? Господи, они издеваются. Они просто издеваются. Они просто издеваются. Так, идем сюда. Собираем все плюшки. Здесь тоже понасобирали. Так, так. Так, бензопилуши. Уйди. Отлично. В этой половине мы все собрали. А теперь идем, видимо, в другую с вами половиночку. Так, давайте, давайте просто отсюда. Здесь все соберем. Тихо-т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 ихо. Мы с вами чуть не попались в лапы тупых циркулярных пил. Так, 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 так. Все, отлично, прошли еще один уровень. И это очень, очень хорошо. Что это за хрен сейчас был? Ты смотри, какой ощущение, слушай, пацан. Пипец, какой-то хрен хотел меня тут изнасиловать. Смотрите, вон еще один. Пипец, просто взял меня и переехал. Ты чмо! Опа, смотрите, у нас есть комнатка. Тихо-тихо-тихо, свали, тупой хрен. Тихо-тихо-тихо-тихо. Куда, сука, блядь? Пипец, а? Его, их еще не видно? Не видно этих хренов собачьих? Так, нам надо с вами обязательно пройти этот уровень. Вы че, пацаны, ну, только середина... Даже середина игры еще не настала.
А мы с вами не можем пройти это говно. Блин, их тут двое уже. Пипец. Сука! Сука, сука. Сука, осталось 4. И они все рядом. Тварь! Блин! Не знаю, сколько мы раз. Мы, наверное, раз 100 сейчас будем проходить этот тупой говняный уровень. И я не уверен, что мы проведем. У меня ощущение, что сейчас все, все, наше прохождение, блядь, на этом закончится! Пиздец! И меня это жутко бесит, потому что я хочу пройти эту игру. Не хочу ее забрасывать, но я не хочу, чтобы так получилось. Блядь! Потому что я не могу пройти, потому что Спок, блядь, не может пройти. Потому что руки у кого-то из жопы растут, а у меня не растут руки из жопы. Я должен ее пройти, и я ее пройду. Потому что это говнище. Сука, блядь! Ты, сука, за мной ходишь, членосос тупой! А я должен ее пройти. Меня это бесит уже, а? Иди в жопу. Иди в жопу, Карл. Прячься, 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 прячься. Иди вперед. Сюда, 3, 2, 1. Все! Мы прошли! Мы прошли! Прошли! Тупые! Прошли! Все, идем дальше. Так, здесь нам ни хрена не светит. Я уже понял. Надеюсь, эти хрены нам больше не попадутся. Что-то просто пипец. Это жесткач. Это вонючий ад. Блин, эта сука меня там ждет, а? Ладно, я к этой скотине вернусь попозже. И эта скотина меня здесь ждет. Ну иди сюда. Иди сюда, Вадик. Вадик, иди сюда. Вадим. Нехорошо себя так вести. Вадим Викторович. Вадим! Фигахну. Красавчик, красавчик, Спок. Спок, ты красавчик. Помни, ты красавчик. Красавелла. Еще один хрен тебя тут ждет. Ой. Господи. Пойдем с другой стороны. Еще один там. Сука, еще одна здесь. Тихо! Смотри! Блять! Блять! Они еще делают тут такие большие уровень, который хрен пройдешь. Этого чувака мы как-то обошли. Ну и хорошо, что можно за этими боксами прятаться. Если бы нельзя было бы за ними прятаться. Был бы вот такой пипец! 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 Нет, сюда мы пойдем сам по себе момент, потому что там дохрена всего. И мы это дохрена можем взять и просто забыть об этой игре, как о страшном сне. Зайка. Зайка. Вадик. Вадим Викторович. Вадим. Вадим, уйдите. Вадим Викторович. Вадим! Вадим. Вадим! Вадимка, давай-ка ты мне тут не это. Тихо, бля! Бляшка от сандалика. Господи, почему мне приходится по 100-500 раз проходить это говно? А говно тупое. Вадим! Вадим, я прошу тебя. Мы с тобой были плохими друзьями, да. Мы с тобой все это время ссорились. Ты постоянно пытался меня сместить с моего места работы. Но, пожалуйста, пожалуйста, дай мне пройти тебя. Дай мне пройти тебя, гнойный ты пидор. Гнойный! Пидор. Уйди, Вадим. Вадим, я прошу тебя, ради наших отношений. Свали. Нахрен.
Пожалуйста. Пожалуйста. Свали, 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 свали! 12 штук осталось. Я очень надеюсь, пацаны, что там именно 12 штук. Потому что если там не 12 штук, то тогда у нас с вами проблемы, Кэп. Очень большие проблемы. Там 12 штук, пацаны. Меня ждет этот хрен. Я не смогу туда пройти. Хуйня! Вали, беги, беги! Вадик! Вадик! Нет! Блядь, блядь, блядь! Блядь, быстрей, быстрей, собирай, собирай, собирай! Прошли. Отлично. Отлично. За мной еще наблюдают вот там вот. И под случай. Послай, да меня долго что убили, блядь! Свали, свали, свали! Свали, ну почему? Блин, Авдотий, иди отсюда. Еще двое Авдотьев! Блин, и еще тут эта скотина. Тупая циркулярка. Тупая циркулярка! Я в ловушке, пацаны. Я хочу отсюда выбраться. Я хочу уйти отсюда. Почему я не могу просто выбраться из этой тупой тюрьмы? Ой, блин. Ну еще один хрен идет. Где он свалит? Ёб твою налево, а! Так, 5 штук осталось, пацаны, 5 штук. Раз, два, три, четыре. Отлично, мы с вами прошли это говно. Это говно мы с вами прошли. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Все, отлично. Так, это, давайте этого хрена пропустим. Он двигается по нормальной траектории, потому что он четкий пацан. Он за нами особо не охотится. Да, 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 да. Так. Что? Что-то стреляет. Стреляет тут меня. Не надо меня тут стрелять. Блин, да ты посмотри, отончело еще тут тупой. Ой, блин, вот я влип, а. Вот я влип, вот я влип, а. Че циркулярка тут ездит, а? Да уж столкнитесь вдвоем и идите отсюда нахрен, а. Бля, что это за херня? Жопа, жопа, говно, жопа. Почему, если этот уровень очень похож на уровень от Пакмана, почему здесь нету больших каких-то... Господи, даже уже у меня язык заплетается. Больших этих кружков света, чтобы я превращался в такого огромного чувака и всех их сожрал бы нахрен. Почему мир так жесток и несправедлив ко мне? Так, я почти все собрал, пацаны. Свали отсюда. Свали, пожалуйста, друг. Уйди. Хороший мальчик. Только не говори, что ты сюда пойдешь сейчас. Молодец. Кра! Савчик! Господи, а. Когда же вы свалите это из моей жизни-то, а? Белоголовый. А вон еще. Последнее! Отлично, я прошел это. И теперь босяра. Нас ждет, пацаны, босяра. Босяра сейчас будет. Да, я готов. Уйди! Уйди! Уйди, белоголовцев!
белоголовцев! Что только на это? Что? И вот как? Почему он такой большой и страшный, а? Я бы сейчас пошло пошутил бы про большое и страшное, но не стану. Да иди отсюда! Лох! Дашка посылает мне воздушный поцелуйчик. На счастье. Надеюсь, мне это поможет в битве с этим говном. Мне еще 3 штучки осталось собрать. 3! 3, блядь! 2, блядь! 6! Ну, сука, я тебя пройду, потому что ты настолько тупой, у тебя настолько тупой искусственный интеллект. Я тоже тупля! Блядь! Прям! Да как? Я ж телепортировался! Блядство! Шиши! Тупое блядство! Сука, блядь, чё это хрен похож на мультиварку какую-то дурацкую? Пиздец. Всё, вот сейчас я, блядь, пройду. Я просыпаюсь... Нет, вот сейчас я пройду, вот пройду, потому что я пахаю, потому что пахаю. Срать. Пройду. Спокойно вообще просто там такое. Опа, опа. Он обосрется просто. Просто обосрется. Последняя штука осталась, сука! Сука, 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 сука. Иди сюда, хрен! Последняя, последняя, последняя! Что это такое? Что это за селект левелов, я не понял. Какой там селект левелов тупой? Ну ладно, вообще...